Бывший чемпион Донтей Уайлдер сообщил, что следующий его поединок может состояться уже в марте. «Скоро у меня будет еще один бой, похоже, в марте. Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы исправить свои ошибки. Я снова обретаю свой инстинкт убийцы». Напомню, в конце декабря боксер проиграл Джозефу Паркеру. Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра. Погнали! Бывший абсолютный чемпион Джош Тейлор пройдет реванш с Джейком Кеттереллом. Срочная новость. Джейк Кеттерелл эксклюзивно рассказал нам, что Джош Тейлор принял предложение подраться с ним в реванше после их противостояния в 2022 году, в котором Кеттерелл потерпел противоречивые поражения. Бывший чемпион Сергей Ковалев усердно готовится к своему следующему поединку. Как стало известно ранее, 17 февраля Ковалев подерется со шведом Робином Сафаром в андеркарте поединка Усик Фьюри. В данный момент 40-летний ветеран проводит тренировочный лагерь в Узбекистане. «Круговые тренировки. Вечно молодой», – написал Ковалев. Абсолютный чемпион супер в среднем весе Сауль Альварес свой следующий поединок может провести против Джермала Чарла, чемпиона WBC в среднем весе. Бой может пройти 4 мая и будет транслироваться на Amazon Prime Video Pay-Per-View. Сообщается, что Альваресу нужен статусный соперник, чтобы увеличить количество продаж платных трансляций боя. Считается, что Чарла хорошо подходит на эту роль. Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаньян победил мексиканца Франциско Меркадо. В бою за титул чемпиона WBF Фаньян нокаутировал Меркадо в 7-м раунде. Казахстанский боксер Виктор Тимиров провел 5-й бой на профи-ринге. Он выступил на вечере бокса в Мюнхене, где сразился с Джеромом Али. Этот поединок закончился досрочной победой Тимирова нокаутом во 2-м раунде. Рой Джонс дал прогноз на бой Бивол Бисербиев. Знаете, я тот парень, который основывается на бое Мухаммеда Али и Джорджа Формана. Я предпочту Али Формана, потому что у одного есть огромная мощь, но на стороне Мухаммеда интеллект, скорость и работа ног, чтобы держаться подальше от силовых попаданий. Так что если Бивол сможет избегать попаданий Артура 2-3 раунда, то он победит. Но если он захочет зарубиться с Бисербиевым, победы ему не видать, потому что сейчас ни один полутяжеловес не выдержит рубки с Артуром. Бисербиев может сильно ударить, стоя на месте. Но если Дмитрий своей работой ног заставит его двигаться, то сильно бить Артуру будет проблематичнее. Если поединок будет долгим, я бы определенно заключил, что Бивол выиграет. Но если он станет вести не тот бой, тогда победа за Артуром. Бивол доставил бы мне больше проблем, потому что он мыслит так же, как мыслил я, и использует свои ноги схожим образом. Не так хорошо, но много работает на ногах. У него нет большого арсенала, но он много думает, находясь в ринге. Что касается Артура, то он бы шел прямо на меня. К тому же он уже падал 2 или 3 раза. На моем пике, если ты шел прямо на меня, то я касаюсь твоей челюсти и с добрым утром. В бою с ним не было бы никакой загадки, он бы пытался меня нокаутировать, и мне понадобилось бы просто его опередить. А я никогда не испытывал с этим проблем. Фрэнк Уоррен заявил о том, что Тони Беллю не прав, который намекнул на то, что Бисербиев использовал запрещенные препараты. Так нельзя. Послушайте, нельзя бросаться такими обвинениями, если у тебя нет никаких доказательств. Говорить такое глупо, все просто. Если есть доказательства, то хорошо. Тогда для нарушения должны быть последствия. А если нет, то заявлять такое и выкладывать в соцсети. Это просто какая-то нелепость. Теофимо Лопес заявил, что Дэвин Хейни и Теренс Кроуфорд сбегут от него после победы над Джамейном Ортисом. «Давайте посмотрим, что произойдет после того, как я побью этого парня. Готов поспорить, что Дэвин Хейни поднимется в полусредний вес и скажет, что хочет стать 3-кратным чемпионом мира. Держу пари, что Теренс Кроуфорд перейдет в первый средний вес и откажется от всех своих титулов в полусреднем. Давайте посмотрим, сделают ли они это. Я надеюсь, что кто-то запишет мои слова и опубликует их после того, как я побью этого парня. В этой игре я понял, что бойцы прячутся за своими промоутерами, менеджерами и телеканалами. Вы должны понять, что они инвестируют много денег в этих пацанов. Я понимаю, почему Хейни меня избегает. Это нормально.
Конор Бен бросил вызов чемпиону IBF в полусреднем весе Джарону Эннису. «Эннис – идеальный соперник для меня. Бросил ему вызов уже много раз. Сначала они говорили: «О, мы не знаем, кто такой Конор Бен. Он даже не входит в топ-15. Зачем нам драться с ним? Его не знают в Филадельфии». О чем вы говорите? Кто хочет быть известным в Филадельфии? Вокруг нас большой мир, так что без проблем устроим бой. Я об этом говорил и раньше. Люди продолжают говорить: почему бы тебе не подраться с этим парнем? Почему ты не дерешься с этим парнем? Дело не во мне, это они не хотят поединка. Но когда команда Эниса говорит: зачем нам драться с Беном? Что я еще могу сделать? Энтони Джошуа о возможном бое с Тайсоном Фьюри. «Я никогда не уходил с вершины супертяжелого веса. Я всегда был там, с той самой минуты, когда впервые надел перчатки и по сей день. Мне удалось сохранить свое имя на вершине как на любительском, так и на профессиональном ринге. Это правда. Мне кажется, я буду там, пока у меня не исчезнет желание драться». Бой с Тайсоном Фьюри. У Бога есть свои планы. Я уверен, что Тайсон Фьюри – это часть Божьего плана в моей жизни. Тедди Атлас спрогнозировал победителя боя Битербиев-Бивол. «Я думаю, что Бивол победит Битербиева. Я считаю, что Бивол контролирует дистанцию, хорошо контратакует, у него очень солидная защита. И самая главная причина, почему я даю Биволу шанс, это то, что он тоже психологически стойкий. Ты должен быть психологически стойким. Забудьте о физических аспектах. Ты должен быть хорош в плане физики, но твой мозг нужно защитить титаном. Я не имею в виду, что удары не должны причинять тебе урон. Я говорю о том, чтобы давление не потопило тебя, не расплавило и не испарило. У Бивола есть дух воина. Он просто использует другие подходы в сравнении с Битербиевым, применяет другое оружие, вот и все. Выбор рефери сыграет очень важную роль. Если бы я был связан с этими бойцами, то сделал бы этот вопрос приоритетным. На месте Битербиева я бы лучше выбрал рефери, который позволит мне драться, когда я буду сближаться. В противном случае я труп. На месте Бивола я бы, пожалуй, выбрал рефери, который позволяет тебе немного вязать соперника. Правда, не думайте, что Бивол не будет драться, когда ему придется это делать. Он будет. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Поддержите его лайком, оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!